Всем привет! Видеоклип в начале полностью смонтирован в видеоредакторе приложения DJI Fly. В этом видео пойдет речь об интерфейсе этого приложения. Полный обзор с комментариями. Специально для вас на канале создан отдельный плейлист DJI Mavic Mini, в котором собраны обучающие видео о том, что необходимо знать и делать перед полетом, во время и после полета на коптере. И раз мы уже в этом интерфейсе, то вот тебе еще одна инструкция, как повысить себе карму, прокачать свой скилл. Для этого нажми на эту кнопку «Подписаться», колокольчик, поставь палец вверх, напиши комментарий, да прибудет с тобой сила. Полетели! После запуска приложения открывается домашний экран с красивейшей заставкой. Скоро и мы сможем такие же делать фото и видео. В левом верхнем углу отображаются данные геопозиции. Цвет значка означает, в какой зоне мы находимся, имеются ли какие-либо ограничения и запреты. Следом строки, рекомендуемые зоны и где лучше летать. При первом запуске данной функции нужно разрешить доступ к своим данным для поиска подходящих мест для аэросъемки. Эта функция должна подсказывать нам рекомендуемые зоны, где лучше летать. Перемещаемся в Китай. Полноценно данный сервис работает только в этой стране. В остальных же, в том числе в России, информация о качестве зон берется исходя из рекомендаций пользователей, которые размещают в социальной сети SkyPixel от DJI Fly фото и видео в той или иной области. И чем больше они это делают, тем выше вероятность, что эта область будет рекомендована в приложении. Но эта информация не связана с разрешением на полет. В меню карты видим всевозможные зоны. Здесь описаны все зоны Geo DJI, обозначаются разным цветом и можно настроить, какую область отобразить на карте. Здесь меняем вид карты. Находим себя при нажатии этой кнопки. Справа внизу отображается кнопка, где лучше летать с количеством мест неподалеку от вас. Как раз таки это данные из SkyPixel. Также можем искать определенные адреса. В разделе «Академия» имеется 4 пункта. Это руководство по функциям, в котором в небольших видеороликах рассказывается процесс использования всеми возможностями дрона. Далее идут пункты «Советы с полезными статьями, как летать и красиво снимать» и «Советы по безопасности», но они недоступны на территории России. Последний пункт с инструкциями. Все эти пункты также есть и для других дронов линейки DJI. Возможно, это приложение скоро станет единым для дронов DJI. Также на главном экране будут отображаться новые версии прошивки для Mavic Mini. В альбоме хранится весь снятый материал, фото и видео, сохраненные на смартфоне. Файлы с надписью «Кэш» сохраняются автоматически на телефон, когда дрон в воздухе и ведет съемку. На Android-устройстве весь кэш сохраняется вот в эту папку. Разрешение такого видео 1280 на 720 пикселей. Фото 4000 на 2250 пикселей. Если нажать сюда, то получим доступ ко всей медиатеке фото и видео на телефоне. Вот этот значок отвечает за сортировку по дате либо по типу файла. С краю справа находится кнопка выбора. Нажав на этот значок, мы попадаем в меню карты памяти в дроне. Если пульт сопряжен с коптером и видим все сохраненные на ней файлы, фото и видео, можем скачать их на память телефона. Справа внизу находится хорошо заметная кнопка «Создать». Это редактор видео. Имеется на выбор 33 шаблона на данный момент для быстрого создания роликов под музыку, чтобы поделиться ими. Кнопка справа сверху отображает наши видеопроекты. Профи – это почти полноценный редактор видеоклипов. Для тех, у кого нет под рукой компьютера и есть желание всем этим заниматься. Выбираем необходимые файлы и жмем «Добавить». В открывшемся интерфейсе сверху можно поменять соотношение сторон. Например, для поста в Instagram выбрать соотношение 3:4, но зумировать видео нельзя. В центре отображается получившийся результат. Под ним панель с редактируемыми файлами. В правой части панель выбора настроек, где мы можем вырезать фрагменты. При нажатии на квадрат можно объединить два видеофрагмента с возможностью выбора перехода между кадрами. С помощью плюса можно дополнительно добавить видео. Настройка цвета изображения. Громкость. Скорость воспроизведения. Сделать обратную перемотку. Копировать или удалить фрагмент. Чуть ниже пункт с музыкой, где можно выбрать треки из представленной фонотеки DJI.
или добавить свои собственные музыкальные композиции, находящиеся на мобильном устройстве, обрезать музыку, выбрать фрагмент, изменить громкость. Пункт «Ритм» поможет вам сделать видеопереходы в такт музыки. Заходим в пункт с барабаном, включаем треки, касаясь кнопки посередине, обозначаем тот момент, в котором хотим создать переход. Далее идут пункты выбора фильтров, титров, и стикеров. Чтобы сохранить видео, нужно нажать на вот эту кнопку и выбрать разрешение 720 или 1080. Роликом можно сразу поделиться прямо из приложения, и он сохранится в телефоне. SkyPixel – это социальная сеть DJI, которая интегрирована практически во все их приложения. Здесь пользователи делятся фото и видео, сделанные преимущественно при помощи техники DJI. Профиль. Слева отображается суммарная информация о всех полетах. Чуть ниже кнопка «Подробнее», переходим в центр полетных данных, где видим полную информацию о каждом полете. В правой части сверху располагается кнопка службы поддержки, где можно связаться со специалистами DJI, сообщить о какой-либо проблеме, сделать заявку на ремонт и узнать ее статус. Вот только такой сервис работает пока только в Китае. В колонке справа переходим на официальный форум DJI, на котором полным-полно полезной и интересной информации. Магазин DJI на территории России пока что не работает. Пункт «Найти мой дрон», в котором можно активировать светозвуковые сигналы для того, чтобы определить местоположение дрона. При помощи этой кнопки видим то, что видит наш дрон в данный момент. В настройках мы видим пункты, связанные с обновлением устройства. Синхронизация полетных данных с облачным хранилищем. Автоматическим переходом в вид камеры при подключении дрона к пульту. Очистка кэш. Конфиденциальность. Можно ограничить доступ к вашей личной информации по своему усмотрению. Разблокировать зону гео. Через сайт dji.com можно подать заявление с указанием личной информации на разрешение полета в запрещенных зонах. Воспроизвести руководство еще раз запускает начальные подсказки, которые помогут быстро разобраться в приложении. Возвращаемся назад для перехода к интерфейсу вид с камеры для управления Mavic Mini. В левом верхнем углу рядом со значком возврата в предыдущее меню находится пункт, отображающий активный режим полета дрона. Его можно изменить на позиционирование с максимальной скоростью до 8 метров в секунду, спортивный до 13 метров в секунду и кинематографичный с 4 метрами в секунду. Рядом находится статус-бар, на котором отображаются сообщения о состоянии устройства и какие-либо ошибки. Нажав на него, мы открываем меню, в котором отображаются сами сообщения. Под ним можно задать высоту возврата домой, максимальную высоту и дальность полета. В самом низу информация о карте памяти, и можем ее отформатировать. Далее видим значок, отображающий мощности сигнала между пультом и дроном. Следом индикатор состояния GPS. Затем находится уровень заряда аккумулятора и пункт, отображающий время полета. Нажав на который, мы видим такие данные, как температура, вольтаж батарей и время полета. В левой части экрана значок отвечает за автовзлетом, посадкой и умным возвратом домой. Слева снизу находится карта, нажав на которую мы можем менять ее размер, а также открывать ее, менять вид и искать наш дрон. Рядом мы видим полетную телеметрию, а именно расстояние и высоту между дроном и домашней точкой, а также максимальную горизонтальную и вертикальную скорость дрона. Снизу в центре находится индикатор, который отображает ориентацию дрона, а также может сигнализировать о плохом состоянии GPS-соединений. Правее видим кнопки, связанные с настройкой экспозиционного числа и ее фиксацией. В углу находится кнопка переключения между режимами съемки – авто и ручным. Последний доступен только лишь при фотосъемке. Выбрав фотосъемку, можно настроить такие параметры, как выдержка, ISO и величина экспозиции, соответствующая нашим настройкам. В правой части экрана мы видим кнопку, отвечающую за выбор активного режима съемки – фото, видео и быстрая съемка. Фото включает в себя обычный покадровый режим и интервальный. В видео есть выбор разрешения 2,7К с частотой кадров 25 и 30, либо 1080 пикселей с частотой кадров от 25 до 60. Про быструю съемку есть отдельное видео. Кнопка затвора
Если карта памяти не вставлена в дрон, то о ранее сказанном выборе режимов съемки не будет, только фото и видео и только Full HD, и сохраняются файлы в альбом и напрямую в медиатеку устройства. Ниже находится кнопка «Альбом», но видим мы тут только содержимое карты памяти. Тут все. Переходим к главному меню, нажимая три точки. Видим ленту с серией вкладок. Первая вкладка «Безопасность». Тут мы задаем максимальную высоту от 15 до 500 метров. И нас предупреждают, в случае если ставим более 120 метров. Ниже выбираем максимальное расстояние полета от 20 до 5 километров или без ограничения, сдвинув бегунок до конца. Далее идет пункт выбора высоты, на которой дрон будет совершать автоматический возврат домой в случае потери сигнала или команды с пульта, и она не может быть выше максимально заданной в предыдущем пункте. Подробнее можно посмотреть вот тут, а также ссылка под видео. Находясь в полете, можно задать новую домашнюю точку с помощью этого пункта. Далее мы видим пункт калибровки IMU и компаса. Как калибровать правильно компас, когда его нужно калибровать, что такое датчик IMU, как их калибровать, как сделать связь с дроном лучше, у меня снято отдельное видео, ссылка тут или в описании под видео. Разблокировать зону гео, об этом говорили ранее. Пункт удаленная идентификация позволяет наблюдателям отслеживать дрон с земли и получать информацию о пилоте для того, чтобы наземное устройство могло определить наш дрон и цель его нахождения в воздухе. Например, у DJI есть мобильная станция мониторинга Аэроскоп, созданный специально для идентификации беспилотников в радиусе до 50 км. Ниже дублируется пункт «Найти мой дрон», говорили об этом ранее. Еще ниже в расширенных настройках можно выбрать действие при потере сигнала между пультом и дроном. На возврат домой, снижение или зависание. Вот тут выбираем, в каких случаях у нас будет срабатывать отключение моторов путем сведения или разведения стиков, как показано на рисунке. Первый пункт означает включение в любой момент, где бы ни находился у нас дрон. Например, находясь в дрон в воздухе, вы можете свести стики и моторы отключатся. Для новичков лучше поставить в экстренных случаях остановку двигателей при застревании, падениях и прочих опасных ситуациях. В самом низу располагается пункт режима аксессуаров, который автоматически активируется при прикреплении каких-либо аксессуаров, типа защиты пропеллеров, подвеса и других. Переходим на вкладку управления. Опять-таки можем выбрать режим полета, только кинематографичный режим здесь называется видео. Чуть ниже можно изменить единицы измерения скорости – метры, километры или мили в час. Далее видим переключение режимов стабилизатора. Режим следования – это обычный режим, при котором горизонт на фото и видео не будет завален. FPV – в этом режиме при кренах дрона камера будет заваливаться вместе с ним. В расширенных настройках при помощи ползунка регулируем скорость наклона подвеса. А при помощи этого плавность наклона подвеса, то есть насколько плавно он будет двигаться после того, как мы отпустим колесо управления подвесом. Чуть ниже можно разрешить подъем камеры с 0 до 20 градусов. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки этому видео, пишите комментарии, это мотивирует меня выпускать новые интересные видео. Возвращаемся в меню управления, и далее идет пункт калибровка стабилизатора, которая бывает как автоматическая, так и ручная. Для автоматической калибровки нужно поместить дрон на ровную поверхность, а ручную мы можем выполнить и в воздухе. При нажатии кнопки «Центровка стабилизатора» мы меняем направление, куда смотрит стабилизатор, либо вниз, либо вперед. В следующем пункте можно поменять схему управления пульта, выбирая из имеющихся. По умолчанию установлен второй режим. Также можно создать свою собственную схему под себя, если вы уже опытный пилот. В этом же пункте ниже находится калибровка пульта. Выполняется эта процедура нечасто. Но если замечаете, что на разных локациях в разных условиях дрон странно и плохо отзывается на команды с пульта,
можете ей воспользоваться. Чтобы произвести калибровку пульта, нужно выключить дрон и зайти в данный пункт, а затем до упора наклонять стики и поворачивать колесо управления подвесом, как показано на рисунках. Чуть ниже находится пункт руководства для начинающих, впервые реализовано в Mavic Mini. Здесь вы пройдете самый базовый курс по управлению квадрокоптером, что очень полезно для начинающих. В самом низу располагается кнопка подключения пульта к дрону или повторное соединение, в зависимости от ситуации. Переходим в вкладке «Камера». Здесь мы выбираем размер получаемого изображения 4:3 или 16:9. Далее идет кнопка форматирования и информация о карте памяти. В расширенных настройках можем включить гистограмму для более точного экспонирования. В пункте предупреждения передержки мы активируем зебру, отображающую пересеченные области. Вспомогательные линии для построения самого кадра. Под ним находятся настройки защиты от мерцания, включение записи субтитров к видео. Далее можно отключить сохранение кэширования фото и видео на мобильном устройстве. Также чуть ниже выбираем объем кэш-памяти, доступный для записи. Следующая вкладка – передача. Здесь отображается частота, на которой происходит соединение между пультом и дроном. Имеется возможность переключиться между автоматическим или ручным режимом выбора каналов. Внизу график стабильности тех или иных каналов. На вкладке «Информация» первым пунктом можно задать название устройства. Ниже находится название модели. Далее информация, касающаяся программного обеспечения, это версия прошивки дрона, пульта, версии базы данных и самого приложения. Ниже представлена информация количества зарядок вставленного аккумулятора в дрон и серийные номера компонентов нашего устройства. От себя хочу добавить, что приложение DJI Fly простое и интуитивно понятное, ориентировано на обширный круг людей. Даже без опыта управления дроном можно получить красивые фото и видео, затрачивая при этом минимум усилий. И возможно именно у вас DJI Fly выкупит фото, и оно окажется на главном экране приложения. Желаю вам удачи! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо вам за просмотр!